Всем привет! Вот такое начало видео необычное. Вот такую красоту я сделала. Это бисквитный торт. Вот. Рецепт я не стала снимать, потому что сделала первый раз на пробу. Думаю, посмотрим, какой он будет на вкус. Уж очень больно его рекламировали, что он такой вкусный, простой. Из простых доступных ингредиентов. Так что вот я решила сделать, друзья мои. Посмотрю, какой он на вкус. Только что достала с холодильника. В холодильнике он у меня стоял 2,5 часа. Сейчас мы его разрежем и попробуем на вкус. Сверху у меня малина моя замороженная была. Я ягодки положила для украшения. Вот, а это крошка от бисквита посыпана. Сейчас разрежу и покажу, какой внутри, попробую. Ну вот, вот такой вкусненький он у меня получается. Вот, сейчас попробуем. Так. Так. Он какой нежный. Вкусненький. В следующий раз сделаю и вам покажу. А так вкусненький. Вон какой. Мягкий, вкусный. Одной рукой неудобно мне снимать. И вам показывать. Ну ничего. Это бисквитный торт. Вот, крем у него такой интересный. Сладенький в меру. В общем, нормальный, вкусненький. Вот такая у него серединка. Интересная, вкусная. Вот, я уже кусочек попробовала. Очень вкусный, мягкий такой, друзья. Вот он ложечкой так раз и отламывается. Пропитанный здесь вот. Помимо крема еще пропитка идет такая сладенькая. Вот. В меру сладкий крем. Ну и тортик сам тоже в меру сладкий. Так, Таня, идем в теплицу смотреть урожай. Так, что у нас тут? Томаты растут. Я хочу тебе показать. Смотри, какие у меня огурцы. Поняла, да? Вот такие вот огурцы у меня. Это зозуля, которые мы с тобой садили. Вот я их сейчас буду срывать. И они дальше будут у нас плодоносить. Вон завязи сколько. Здесь вон тоже вон завязи все. Я листья типа отрывала уже. Вон сколько. Так что вот. Вот такие у нас огурчики висят. Ну, томаты вон так растут. Вот, надо полить сегодня. Пушок? Пушок? А, Пушок? Ладно, ну вот. Огурчики есть, картофель есть. Теперь и томатики у нас поспевают. Вот они для раннего потребления. Конец мая уже. А у нас уже завязи. Это мини-томатики такие. Вот они у меня в теплице стояли. Сейчас они стоят у меня на улице уже давно. Вот, листья я вот эти вот основные большие убрала. А из-под них уже вот начинают такие вот завязи. Из-под каждого листочка, это вот такой вот сорт, бонсай называется томат. Из-под каждого вот такого вот листочка вот такие вот завязи идут. Видите, вон их сколько, вон. Они все. Вот они все на бутончиках, все вот они. Они потом разрастутся и будет их тут миллион. Красивые такие для закатки. И так покушать вообще милое дело. Так что вот, вот такие вот томатики. Я их сажу второй раз уже. Мне очень понравился этот способ. Они, конечно, разрастутся, распушатся и будут очень даже симпатично смотреться. Всегда сорвал, покушал.
Так что вот, а это вот картошечка у нас такая молоденькая будет в начале июня. Вот, тоже для раннего потребления. Так что вот, огурчики я вам показала. Вот, пожалуйста, для раннего потребления вот такой вот результат. Сирень как распустилась уже. Вон какая большая уже сирень распустилась. Но она еще не вся распускается, только вон уже все надо косить, одуванчики эти лезут. Надо уже все косить потихоньку. Да, аромат стоит. Вот хочу еще белую сирень завести. Вот не знаю. Как-то у меня она была, но вот по неосторожности скосили ее. Вот. А так белую надо сирень завести. Ну там сейчас смотришь на сайтах разные сорта сирени, каких только нет. И поздняя есть сирень, ранняя, и средняя, всякие расцветки. Большой выбор, кстати, сирени. Мне вот нравится, тоже хорошенькая такая. Вот томаты еще. Надо вот эти вот высадить, которые попозже сеяла. Вот уже какие они у меня хорошенькие стоят. Видите, зелененькие. Здесь вот сорт. Так, это сорт у меня. Вот вельможи для открытого грунта, низкорослые. Вот они стоят, вот такие вот. Тоже уже хорошие такие. Все хорошенькие вон. Тут не видно, что ли, что томатики все хорошенькие. Так, ну а это тоже, я не знаю, это может быть тоже вельможа. Тут разные у меня сорта. Это вот другой сорт какой-то. Мне где-то подписано было. Но я даже уже сейчас и не припомню. Тоже все хорошие стоят. Вон какие хорошие зелененькие. А там черики. То черики. Угу. Вот. Надо будет высаживать их обязательно.